Ух ты. А глазики-то покраснели, слышь, Пико? Это сила! Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, мы на канале Дарин Йоунс, и мы смотрим подборку у нас сегодня смешных анимаций по Friday Night Funkin, веселых, забавных. Ну, в общем-то, давайте, ребят, ставьте, пожалуйста, лайк этому видео, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, жмите колокольчик, включайте все уведомления, пишите комментарии. Ссылки на все анимации, которые мы сегодня посмотрим, помимо даже этой, будут внизу в описании. Это у нас Пико против оборотня бойфренда. В общем-то, да. Оборотень бойфренд мы когда-то смотрели, очень популярная анимация была такая достаточно. А сейчас Пико, в общем-то. Хотел бы я, чтобы случилось что-то интересное сегодня. О, чувак, поверь мне, ща будет. Ща будет, тебе понравится. Кайфанешь прям, как не в себя, вообще будет. Просто очень весело. Вот оно уже, в общем-то, пришло. Здравствуйте. Так, это у нас... Это у нас товарищ, в общем-то, бойфренд. Злой бойфренд. Злой бойфренд. Hey guys, it's Doreen's brother, hey, ребята. Danny here. Before we get to see what happens Прежде чем вы увидите, что дальше, хочу вам рассказать. Sponsor... Короче, там была, пошла реклама, это нам не очень интересно. Продолжаем. Ох ты, господи. Ох ты, боже мой, ты посмотри, какие зубки. Ну все, Пико. Пико, давай. Давай, наверное, убегай, потому что здесь ты не справишься. Очень уж суровое тебя ждет, что называется, наказание. Если раньше ты там думал, что ты против обычного бойфренда можешь песенки попеть, покажись, сыкло, то здесь тебе твою Пику отгрызут, понимаешь, Пику, по полной программе. И Пику, и две маленькие пикочки под Пикой тоже отгрызут, все отгрызут. Все, что можно, отгрызут тебе, понимаешь? Вон он, собственно, уже приступает. Ой, здрасте. Это не бойфренд. Это кто? Это гёрлфренд? Это гёрлфренд, походу. А сейчас бойфренд придет. Да, вот он. Вон он, красавчик. Готов спеть, а? Слышь? Последний раз в своей жизни спеть готов? А, он, собственно, решил сразу сдохнуть. Нет, он еще. Какого хрена с тобой случилось? Почему вы все такие фури? Ну, сейчас так модно, что ты хочешь? Так. Ты понял, что он сказал? Переведи. Ну да, когда ты встречаешь своего бывшего кореша, в общем-то, в оборотневском облике, надо с ним, естественно, попеть песенки. Это самое логичное. В общем-то, да. А может убежим, Пико? Может быть, убегать надо, а? Он жрать хочет, я вижу по его глазам. Посмотри на эти зубы. Нахрен тебе этот автомат, скажи мне, ты им не пользуешься вообще. Так. Ой-ой-ой. Ой, сейчас песенки закончатся все. Сейчас все песенки закончатся. Ух ты. А глазики-то покраснели, слышь, Пико? Может это... Вот правильно, наконец до тебя дошло. Это надо было сразу делать. Нифига. Пошел экшончик, конечно. Фиги, там, короче, лобает музёк. Да, давай! Только это! Сильно больно ты его не кусай, хоть анестезию какую-нибудь надо бы ему ввести перед этим делом, не знаю. Хотя оборотни не умеют этого делать, поэтому, походу, ни хрена ты смел. Ну давай. Так, ой, мамочки. Что он сделал? Нифига, Пико, ты крутой, конечно! Гёрлфренд он там подсыкает. Мало того, что оборотень, еще и демон, еще и подсыкает. Так. Все, нормально он его, короче, зажал, да? Ой-ой-ой! Укусик! Небольшой укусик получился, да? Ага. Продолжение следует. Ну, я не знаю, какое там продолжение. Продолжение — это медицинская страховка у Пико нужна. Причем-то серьезная. Очень серьезная медицинская страховка ему нужна. И желательно бессмертие. Вот. Вот тогда продолжение, возможно... И будет. А так я не знаю, ребят. Ну ладно, это у нас была первая анимация на сегодня. Идем дальше. Канал Кода. У нас тут, в общем-то, Friday Night Funkin Endless. Смотрите, как прикольно нарисовано, а. Как плавно прорисованы движения этой падлы. Подлюки этой злобной, а. Так. Ну, бойфренд, в общем, не в восторге, по-видимому, от того, что ему приходится вот на это вот смотреть крупным планом, да. В общем-то, он тычет в нее пальцем и говорит: а не пошел бы ты нахрен отсюда, пожалуйста.
со своей рожей, да. Соник наш, Маджин, или как там его, Маджин Соник, он не согласен, понимаешь? Он не согласен, он продолжает танцевать, он продолжает демонстрировать чудеса хореографии и, не знаю, рожи мордографии. Тоже, в общем-то, морды строит, те еще корчит. А бойфренд в это время что? Что в это время будет? Бойфренд продолжает петь, продолжает, в общем-то, распевать песенки. Вообще кайф. Та-ра-ра-ра-ра. Тебе не кажется, бойфренд, что он сейчас жопой своей тебя раздавит? Может быть, надо это самое, прекращать эти песнопения? У вас у всех одна и та же ошибка, вы... О, господи! Вот я тебе говорил, надо прекращать песнопения. Посмотри, до чего это тебя довело, посмотри. Надо было убегать сразу, я же говорил. А, в общем-то, как Пику надо было убегать от оборотня, так ему надо было убегать вот от этого. Ничему их жизнь не учит. Идем дальше. Канал Эмили, и это видео про Соника и Зэй бойфренда. И начинается, ну, и начинается мордобой. Слушайте, у Соника такое достаточно... Соника достаточно такое какое-то выражение лица, знаете, очень уж человеческое. Мне кажется, или Соник Экзе какой-то слишком очеловеченный. Он выглядит как какой-то, я не знаю, член кей-поп-группы какой-нибудь. О, боже. Так. Ага. Ну, опять камни рушатся. Ладненько, ладненько в таком случае. Опять рушатся долбанные камни. Опять разрушается все на свете в этих вот анимациях аниме-стайл. О, боже мой! Чё орёшь, дурак? Поспокойнее, нельзя 70? Это сила! Да, что я могу сказать? Вот не умеют люди как-то адекватно решать конфликты. Вот не получается. Орать надо как резаный, драться. Что? Это не возьму. Ух ты, что меня настигаешь? Вместо того, чтобы убегать, ты приходишь прямо в мой лапа! Ой-ой-ой-ой-ой. Так, массаж небольшой. Ты посмеет прикоснуться, мой душа! Знай свое место! Дуратина! Это сила! Ни хрена ты красавчик, конечно. Ну, зубки хорошо чистит. Это он прям молодец, да, это сразу видно. Продолжение, говорит, следует. За, в общем-то, за сценами, то типа то, что не попало в кадр, да? А, это то, как это дело рисовалось, да? Ну что, можно посмотреть немножко, да? Не дурненько. Баттер кукис. Там печенье участвовали в дизайне. Здорово. Так. Ну, в общем, да. В общем, вот такие вот дела. Но на этом мы не заканчиваем. Анимация, конечно, очень добрая, веселая, позитивная, но для финального аккорда мы подберем кое-что другое. Канал Фастун, и, в общем-то, у нас тут мини-член экипажа Among Us убивает Соника Экзе. Или Соник Экзе убивает его, я уж не помню. А. Нифига ты, конечно, умеешь личности менять, приятель. Да, походу, все-таки он его убивает. Что ты делаешь? Ага. Оригинально, однако, слушайте. Вы поняли, да, что произошло? Он его убил лингвистическим способом. Прекрасно. Что за бред? Не, ну фантазию автора, конечно, не занимать. Да, хорошо, что дальше ты придумаешь? Батя тобой чертовски гордится, я уверен. Такой достойный член общества вырос. Ага. Так. Бесплатная пицца, 100% не ловушка. Прекрасно. А... Слушайте, какой хитрожопый, а? Соник не был импостером. Так это и не Соник, как бы. Или это там Соник под этим скафандром? Хэрис. Чего? Кариес, типа? Погоди-ка. А ты что, малыш, на стоматолога учился? Хрен он тебе так доверит. Кариес. Воу-воу-воу-воу, какой кошмар. Так. Ладно. Хватит на этом. Я думаю, да. На этом достаточно. Вот такие вот анимации у нас сегодня. Надеюсь, вам было интересно, весело, забавно. Если так, ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь, жмите колокольчик, включайте все уведомления. Ссылки на оригиналы внизу в описании. Всем счастливо, всем удачи, всем пока.